Всем привет, ребят, с вами Габдор.ком. На прошлой неделе мы проводили тестирование комбо в виде регистратора Fujida Karma S, продемонстрировав эффективное сочетание видеозаписи в RDP Super HD и точного радар-детектора с GPS-ным форматом. Сегодня в центре внимания новый радар-детектор Fujida Neo 8000, оснащенный лазерным и супердекоративным приемником с модулями GLONASS и GPS. Рекомендованный стоимость при этом составляет 5990 рублей, поставляется Fujida Neo 8000. Коробки оформлены по карбон. Комплект включает пару сменных предохранителей, адаптер питания к прикуриватель, металлический кронштейн на стекло с двумя присосками, кабель мини-USB для прошивки, магнитное крепление, антистатический коврик, инструкцию по настройке, руководство пользователя и гарантийный талон. Fujida Neo 8000 выполнен в корпусе из черного пластика с приятным тактильным софт-тач покрытием. Лаконичный дизайн хорошо впишется в салон автомобиля, не отвлекая внимания во время движения. Сборка выполнена на достойном уровне. Зазоры при щели между отдельными элементами не наблюдается. Пользователь может выбрать между тремя вариантами крепления. Традиционный металлический кронштейн с двумя присосками. Под него на крышке корпуса предусмотрен дополнительный механический фиксатор, предотвращающий случайное влечение. Также в комплекте есть магнитные клипсы и антистатический коврик, который можно установить на торпеды. По нашему мнению, самым удобным является магнитная клипса. На верхней крышке выведен логотип производителя, название модели, решетка динамика, 4 механические кнопки, окошко лазерного приемника. Нажимаются кнопки с небольшим усилием, при движении по неровным дорогам не дребезжат. По центру кнопок вышка, позволяющая определить нужную кнопку с любым методом. За прием сигналов Fujida Neo 8000 отвечает рупорная антенна и супердекоративный приемник с дискриминатором и двойным преобразователем частот. Обнаружение радара с лазерным излучением обеспечивает приемник с угловым обзором. Информация выставлена на хромный OLED-экран с белой подсветкой. Информация хорошо читаема под разными углами обзора. Выбранный объект идентичен. На экране отображается текущая скорость, дальность, размещение комплекса, скорость, сила сигнала и диапазон, а также время. Опции настройки выводятся в виде списка опций. Выключается отдельный диапазон, издается лимит на максимальную скорость, разрешенное превышение, выключается спектр помех, выключается GPS-база, выбирается звук для отдельных диапазонов и типов камер. Доступно 9 типов сигнала для каждого диапазона. Включается голосовое оповещение и автопредвышение. Выбирает часовой пояс, быстрый старт, контроль светофоров и автобусной полосы. Корректируется скорость и текущий часовой пояс. Тестирование Fujida Neo 8000 проводили в черте города Казани и близлежащих районов. Используют заводские настройки и актуальная база камер. В данной модели установлен процессор Novaton 2-го поколения, увеличивающий дальность обнаружения и чувствительность. Радиомодуль способен определять все радары, используемые на территории России. За время тестирования радар не пропустил ни один из этих радаров. Уведомление водителя благовременно позволяет скорректировать скорость движения. На экран выводятся данные по диапазону, силе сигнала и текущей скорости. При наличии превышения выдается голосовое предупреждение внятным женским голосом. Многие стационарные комплексы этот радар-детектор определяет как в активном диапазоне, так и основываясь на данных базе камер. Тестируются комплексы с маломощным излучением, такие как Кордон М. Ложных срабатываний немного, при отсутствии нарушения не ограничен только визуальным отображением на экране. Функция автоприглушения детально настраивается самим владельцем. Из дополнительных опций есть вывод сигнала каждый час и система антисон. Ведется расчет средней скорости на участке. С учетом стоимости, характеристик и функционала Fujida Neo 8000 станет удачным решением при поиске радар-детектора с GPS-информатором. Плюсом отнесем аккуратный корпус, три варианта крепления, детальные настройки, частое обновление, эффективную работу фильтра помех, детектирование всех комплексов сезона 2016-2017, а также голосовые подсказки. С удовольствием обсудим с вами Fujida Neo 8000 в комментариях, ребят. Всем спасибо за внимание и пока-пока.